Всем привет! Сегодня мы смотрим вот такой браслет Samsung Galaxy Fit 2. Сравнивать его будем с Galaxy Fit E. Вот такой браслет. Насколько он больше. Вот видно, что вот в этой области кнопочка, ну не кнопочка, а сенсорная кнопка. Браслетик очень мягкий. Попробую сразу достать его. Браслет это не заводской. Заводской у нас вот такой. Давайте сравним. По количеству отверстий одинаково. Так, что у нас еще в комплектации? Инструкция. Довольно-таки жесткий. Гораздо жестче, чем на E, на Fit E. Сейчас покажу, какой на Fit E. По длине одинаково. А нет, вот так вот. То есть один сверху, один снизу. Так, ну давайте подключим, посмотрим, что у нас еще в инструкциях. Гарантийный талон. И паспорт. Краткое руководство. SM-R220. Да, внизу кнопочка. Контакты для зарядки сверху. Сенсорная кнопка. Зарядка. Подключение к мобильному устройству. Влагозащита. 50 метров на глубину. Ну, у этого абсолютная влагозащита, то есть в душе, в бассейне вполне нормально. Паспорт кончился. Итак, давайте подключим. Пин-код высвечивает на самом устройстве. 35 12 76. Окей, все вот так вот. То есть на самом устройстве был пин-код.
О, разрешение сопряжения. Использование. Информация о браслете. Поздравляем с приобретением. Пускай. Принимаем. Пропустить. Далее. Обновление ПО браслета. Доступно обновление. Стабильность, надежность. Обновить. Четыре мегабайта. Сразу посмотрим циферблаты. Так, вот так, наверное, да, будет лучше. Да что-то еще что ли? Еще одна обновка. То есть прошивки идут последовательно. Если вы купите через год, то вам придется еще вставить все прошивки, которые будут выходить. То есть вот на сегодняшний день, а сейчас мы ставим прошивку вот такую. Та была 3,95, а это 2,20. А выбор у меня стоял между Galaxy Fit и Galaxy Fit 2. Значит, на сегодняшний день Galaxy Fit можно купить на Авито за 2000. Ну, по крайней мере, я таких находил. А так цены распространяются аж до 5000, да? Ну, учитывая то, что им год уже, да? И автономность все мы знаем, да? То есть до 3 дней опускается. Даже это слишком мало. Функционал Galaxy Fit... Я не увидел, чем хуже, чем у Galaxy Fit 2. То есть одинаковый функционал. Поэтому я выбрал, естественно, автономность. Мне показался дисплейчик, ну, по крайней мере, внешне вот так. Ой, в общем объемом чуть больше, чем у Galaxy Fit. Посмотрим себя. И, естественно, позже будет все в последующем обзоре. После прошивки выходит очень долго. Вроде как прошился и потом тянет. Сто процентов. Подключить. Да, дисплейчик остается тот, который... Во время прошивки был. То есть вы сами понимаете, если у вас сердцебиение стоит на экране, то, естественно, это как виджет, а будет немножко больше есть. То есть вот у меня, допустим, стоит здесь тоже, ну, примерно такой же, да, наверное, дисплей. То есть дата, шаги и сердцебиение. Ну, вот он у меня... Я скриншот покажу, я не помню, ну... Раз в неделю, наверное, заряжаю. В общем-то, неделя тоже неплохо.
Ну, как-то хотелось. Да, летом его, конечно, на солнце очень плохо видно. Вот этот, наверное, все-таки лучше будет виден на солнце.